Приветствую вас, зрители моего телеканала, и снова у нас перекресток. У нас сегодня и перекресток, и пятерочка. Вот, перекрестки, цены потом поставлю. Перекрестки, единственное, вот эти помидоры мы взяли, потому что хочу сделать салат Цезарь. Они, почем они? Ладно, я напишу цену. Взяли два батона вот такие. Вот такой батон еще в пятерочке продается, но в перекрестке он прям очень-очень свежий и мягкий. Берем его. Дальше хочу делать куриные грудки. Взяла вот такие, как они называются, листочки. У нас еще один пакет есть, поэтому я один взяла. Цезарь буду делать. Заправку взяла. У нас что-то все позаканчивалось. Взяли вот такой сыр Тильзитер. Так. Вот этот кусочек у нас вышел на 147,82. Цена за килограмм 389 рублей. И вот этот у нас вышел на 175, тоже 389 рублей за килограмм. Далее вот такой вот финский сервелат взяли. Не знаю, какой он. Мы обычно другую берем, но не было. Взяли вот эту. Цену напишу. И нашу любимую для завтрака. Мы ее все время берем. Кто меня смотрит часто, тот знает. Так, и взяли... А, вот такой вот... чай Гринфилд, он сейчас по скидке. Так, знаете, он какой? Сейчас я вам скажу. 20 пакетов здесь. Так. Ой, друзья, подождите. Чай черный байховый, ароматизированный, с растительными компонентами Гринфилд. Так, в пакетах. Блин, а что здесь? Корица, брусника, черная смородина, ананас, лепестки цветов апельсина, яблоко, ароматизатор, брусничный пирог. Ой, вам, наверное, не видно, стою, читаю. Ну, в общем, вот такой Лиза мне сказала, что он вкусный, он, видите, с пряностями такой весь. А корицу мы любим. Взяли вот такие сардельки ближней горки. Вроде они неплохие, я не помню, брали или нет, но я не люблю ни сардельки, ни сосиски, поэтому я не могу ничего сказать. Ну, вообще, ближние горки мне нравятся. Фирма, мы берем колбасы их фирмы. Дальше. А в перекрестке вот опять взяли детям по 99 рублей по акции. Если в пятерочке там на некоторые вкусы акция, то вот в перекрестке практически на все. Ну, на все, которые были. Вот такой. А себе я взяла попробовать вот такие чипсы. Я думаю, они вкусные. С пармезаном. Я просто люблю пармезан. И взяла попробовать себе вот эти чипсы. Они, мне кажется, жесткие будут. Я люблю такие жесткие. И помидорки. Взяла сразу побольше. На ветке ароматные, хорошие помидорки. Так, вот это вот, по-моему, у нас все покупки из перекрестка. Сейчас все уберу и буду показать, что из пятерочки. Забыла сказать про перекресток. Взяли мы там еще сейчас морковку. Морковка такая хорошая. Сейчас покажу. Вот, хорошая. Ну, грязная, но хорошая. Так, она, значит, стоит в перекрестке 23,90. У нас получилось на 15,49, 648 грамм. Морковка и свеклу взяли, потому что хотим делать... Я не знаю, что Денис хочет делать, а я хочу делать борщ. Так, свекла у нас, сейчас покажу, 21,90, кило 668 на 36,53. Ну, это вообще дешево. И вот такая вот она хорошая. Вот, хорошенькая. Это в перекрестке. И еще мы там... Ой! Вовремя попали, завезли картошку в перекресток. Помните, я вам как-то вот показывала, мы брали... Так, сейчас... 39,90 на 140 мы взяли. Вот такая вот хорошая. Вот, видите? Когда вот мы с Лизой ее вот помыли хорошо, не чистили ничего и запекали. В общем, если что, в перекрестке вот такая вот... Сейчас еще раз покажу, она прям очень классная. Ровненькая такая картошка сейчас есть. Так, теперь что... В пятерочке. Ну, как обычно, нашу воду Лиза пьет. Ну, и Тоша пьет. Ну, и я пьет, когда моя заканчивается. Вот моя. Вот моя водичка. Там тоже она сейчас по акции. 1+1. Цену не помню. Напишу. Далее.
Два десятка яиц было, там только такие вот яйца были, ну, вроде неплохие и не мелкие. Взяли два огурца, ну, мы их, в принципе, все время берем, вот эти вот огурцы. Потому что пупырчатых сейчас еще нет, обычно пупырку берем. Берем вот эти луховицкие. Дальше. Капусту взяли пекинскую, да? Пекинская она называется? Mm-hmm. Китайская, пекинская. Будем салат делать. Бананы. Взяла сразу большую ветку. У меня дети, ну особенно Антошка, он вообще тащится по бананам. И Мишка. И Мишка, да, у нас Мишка любительница бананов. Дальше взяли мы вот такие шампиньошки. А потом я увидела еще и королевские. Они такие красивые. Я Лизе говорю, давай возьмем шампиньошки. Они очень красивые, ровненькие. Это посмотрю, может быть, с вами будем готовить ужин. Посмотрю, как настроение будет. Так, ну, вроде бы вот и все. Вот наши покупочки на сегодняшний день, друзья. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на нашем канале. Далее будет интересно, надеюсь. Поскорее бы карантин только этот кончился. Все, друзья, всем пока-пока. До новых встреч. Ну, я, как всегда, не вижу то, что у меня лежит перед носом. И вот яблоки взяли, тоже сразу побольше взяли, вот такие. Я не знаю, как они называются, они мне понравились на вид. Сейчас. Такие какие-то они. Ну, посмотрю в чеке, как они называются. Просто до этого мы брали другие, те вообще были очень вкусные, они у нас улетели на раз-два. Вот. Вот, все, теперь вот точно все. Всем пока.